Музей Казанской епархии приглашает жителей и гостей Казани посетить просветительские встречи. 20 августа в епархиальном музее состоится встреча, посвященная празднику Преображения Господня. Настоятель Иоанна Предтеченского мужского монастыря игумен Аркадий Лугинов расскажет о значении евангельского события, которое произошло на горе Фавор, об истории и традициях празднования двунадесятого праздника, об образах преображения в русском и западноевропейском искусстве. Начало встречи в 19:00. Вход свободный. 27 августа в епархиальном музее состоится лекция, посвященная Первой мировой войне. Занятие проведет кандидат исторических наук, предводитель Татарстанского дворянского собрания, член-корреспондент Академии военно-исторических наук Ярослав Поливанов. Начало мероприятия в 19:00. Вход свободный. Анонсы предстоящих мероприятий, которые проводятся в музейном пространстве, публикуются в телеграм-канале.